В эфире телеканала АЭСТ. Новости сейчас. В студии Марина Беклемишева. Здравствуйте. Трехлетнего ребенка и его мать спасли очевидцы на пожаре в Иркутске. Квартира на первом этаже загорелась в пятиэтажке на бульваре Рябикова в 9:30 утра. Из окон шел густой дым, железная дверь была заперта. Соседи безуспешно пытались ее взломать. Тогда двое мужчин подручными средствами выдернули решетку на окне, отыскали в дыму женщину с ребенком и вынесли их на воздух. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь за 10 минут. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На момент приезда скорой ребенок был в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали. 13 лесных пожаров потушили в Иркутской области за эти выходные. Их общая площадь составила почти 40 гектаров. Горело в Иркутском, Усольском, Братском, Ихерит-Булагатском, Заларинском, Аларском, Ангарском и Тайшетском районах. В борьбе с огнем задействовали 13 пожарных десантников, около 150 сотрудников лесной охраны, 63 волонтера и столько же единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли 3 легкомоторных самолета. Сейчас, по прогнозу Иркутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, высокая чрезвычайная пожароопасность лесов ожидается в южных и центральных районах области. Тушить пожары идут не только профессионалы, но и добровольцы. Для последних в Иркутске проводят специальное обучение. Записаться на него может любой. Прослушать лекции о тактике и методах тушения лесных пожаров и освоить оборудование пришли около 30 человек. Не осталось в стороне и наша съемочная группа. Раннее утро субботы для этих людей не повод отдыхать дома. После рабочей недели они по зову сердца садятся за парты. Учатся пожарному мастерству. Слушают лектора внимательно, ведь в конце обучения – экзамен. Доброволец имеет право тушить пожары только при наличии специального документа, который подтверждает, что он прошел курсы. После теории – практика. Ученикам объяснили принцип работы огнетушителей и пожарной машины. Рассказали, почему нельзя тушить пожары ночью и где правильно занимать позиции. Ирина Гусева – председатель клуба садоводов. Говорит, ее сообщество находится близко к пожароопасным зонам. Такое обучение считает необходимым. У нас вот организовали, как говорится, на первый раз, чтобы обучить по-настоящему, чтобы мы знали способы, методы. Я считаю, это мероприятие очень нужное. Мы многого вот здесь изучили, поняли и почерпнули для себя, чтобы понять, как нам нужно действовать в случаях пожаров. Принял участие в обучении и председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Он послушал теорию, после чего вместе с добровольцами почувствовал себя настоящим пожарным. Сергей Сокол отметил, сейчас в заксобрании идет работа над законопроектом по поддержке добровольцев. Все было максимально четко, понятно для любого возраста. А у нас здесь в группе и молодежь, и, как здесь преподаватели выразились, представители серебряного возраста, и все хотят в этом участвовать, это очень здорово. Мы, когда выезжали на места пожара, видели, что народу очень много, все хотят внести в свой вклад в том, чтобы пожары остановить. Обучение уже прошли около 300 человек. Организаторы считают, специальная подготовка необходима всем жителям области. Также важно знание техники безопасности, ведь 90% пожаров происходит по вине человека. Пиковая ситуация, которая пришлась на 7, 8, 9 мая именно с лесными пожарами, она показала, насколько много неравнодушных людей, которые вот именно с чувством сострадания отнеслись к сообщению о том, что необходимо оказать помощь. По информации МЧС по Иркутской области, с начала года на территории региона зарегистрировано 359 лесных пожаров, общая площадь которых составила почти 115 тысяч гектаров. Работы по обучению добровольцев продолжат, ведь желающих помочь лесу с каждым разом все больше и больше. Анастасия Байдракова, Александр Гаврилов, Артур Ощупкин. Новости сейчас. Санитарную рубку в Туколоне необходимо продолжить. Об этом сегодня заявил директор иркутского филиала Рослесозащиты Александр Зверев. Он отметил, обязательно нужно провести еще одну экспертизу с выездом на место рабочей группы. Сейчас неубранная территория горельника – это рассадник стволовых вредителей. И единственный способ от них избавиться – срубить и убрать зараженные деревья. Ведь такое соседство для здоровых насаждений без последствий не обойдется.
во-первых, вы уже сказали, что это лесные пожары, да? Во-вторых, это распространение стволовых вредителей. Вы прекрасно понимаете, что если насаждение сегодня ослаблено, да, деревья погибли, значит, на них нападут те вредные организмы, которые там существовали и жили всегда. И сегодня, чтобы не допустить там катастрофических последствий, да, для того, чтобы соседние насаждения у нас не погибли и там не распространились вредные организмы, для этого надо провести, конечно, там санитарно-заразительные мероприятия. Сегодня в Иркутск приехал один из самых опытных лесопатологов России, заместитель директора Рослесозащиты Василий Тузов. Он будет участвовать в ежегодной тренировке лесопатологов. Она состоится в ближайшие дни в нашем регионе. Для этого в Иркутскую область приехали в том числе специалисты со всей Сибири и Дальнего Востока. Тренировку проведут в Ольхонском лесничестве. Судебные приставы Иркутской области составили алиментную карту региона. Большое количество должников проживает в крупных городах – Иркутске, Братске, Ангарске. Всего по области на сегодня исполнительных производств на сумму более 4 миллиардов рублей. В 75% случаев задолжавший житель – мужчина от 18 до 30 лет. Официально нетрудоустроен, имеет разовые заработки. С каждым годом у нас увеличивается портрет этой женщины. Уже на сегодняшний день это 25% женщин, которые уклоняются от платы алиментов. И страшно то, что практически все женщины лишены родительских прав. Как и прежде, к должникам судебные приставы применяют меры предупредительного характера. Например, очень действенным оказывается ограничение на вождение автомобиля. Только за 4 месяца этого года так удалось взыскать более 20 миллионов рублей долгов по алиментам. Должников, чье местонахождение невозможно определить, объявляют в розыск. На сегодня в списке около 1500 человек. Международный инновационный форум «Россия.ком» пройдет в Иркутске. Наш город выбран не случайно. Организатор этого масштабного мероприятия – визионер, инвестор и известный российский, или, как он сам себя называет, сибирский композитор Александр Шульгин, родился и вырос в Иркутске. Сейчас он ведет подготовку к старту форума, а его цель – понять, что нас всех ждет завтра и как с этим жить дальше. Ведь ни для кого не секрет, что цифровизация идет семимильными шагами, и многих специалистов в той или иной отрасли уже буквально через 10-15 лет заменит искусственный интеллект. Отсюда вопрос, какую профессию осваивать нашим детям, чтобы остаться востребованным на рынке труда? Какой бизнес открывать на долгосрочную перспективу? Как быть интересным для инвестора, если вы обладатель гениальной идеи? Об этом и не только. 3 дня будут говорить на форуме с 6 по 8 августа. Основной фокус форума – это человек. И даже слоган такой есть. Вот, там есть. Это технологии, человек, природа. Вот это не государство, это не какие-то там задачи, да? Это мы с вами, фокус человека, потому что богатство нашего края и, возможно, идущие сейчас впереди даже времени порой технологии могут дать для человека колоссальные преимущества, которых не было раньше. Форум 7 лет проходил в Москве, но в этом году Александр Шульгин решил нарушить принятый сценарий. Географически Иркутск – удобная точка для прибытия известных спикеров из разных стран мира. Все 3 дня форума будут работать разные площадки. Инвестиционная привлекательность региона, точки роста, взаимоотношения со странами-партнерами. Также затронут вопросы будущего Сибири и, конечно, Байкала. Хотите дом, который отличается от всех остальных? Выбирайте яркую кровлю. Металлочерепица Монтероса в брендовых покрытиях компании «Металл Профиль». Для тех, кто любит что-то особенное. Телефон горячей линии офиса продаж 480-288. Они – гордость родителей и педагогов. В Иркутской школе номер 55 наградили лучших учеников. Тех, кто представлял учебное заведение на конкурсах, олимпиадах, кто был первым в учебе, спорте, творчестве. Также заслужили награды и признание их педагоги. Наша съемочная группа побывала на церемонии награждения. Во всем пытается дойти до сути. Пятиклассник Антон с удовольствием постигает различные науки. Ему без особого труда даются как технические, так и гуманитарные предметы. И если что-то не понимает, пытается разобраться в теме до конца. И даже на каникулах он с нетерпением ждет начала учебного года. Я очень люблю учиться. Особенно мне нравится математика, история, плавание. Это вообще мои самые любимые предметы. Еще даже с начальной школы. Только теперь добавилась еще история. Стать обладателем такого диплома для меня было неожиданность.
Учитель математики Ирина Бутакова уже становилась призером подобных конкурсов. Говорит, такие победы мотивируют на дальнейшую работу, но в труде любого педагога есть вещи важнее призов. Итог года – это подведение успехов, успехов детей, успехов родителей и, конечно, успехов учителей. Я думаю, что это успехи детей в первую очередь, потому что без детей наш успех не может состояться. Сегодня победители конкурсов «Лучший ученик» и «Лучший учитель школы номер 55» получили почетные грамоты, а также стипендии на общую сумму 100 тысяч рублей. Мероприятие традиционное. Уже 5 лет в школе их вручает председатель Думы города Иркутска Евгений Стикачев. А вообще, он оказывает поддержку школе с 2009 года. Сам депутат учился без троек и считает, что поощрение подобных успехов повышает качество образования. Кстати, эта школа далеко не единственная, где подобным образом чествуют лучших. Ровно неделю назад подобное мероприятие, приуроченное к окончанию учебного года, было в гимназии номер 2. Эта идея возникла еще, когда директор гимназии номер 2, ныне покойный, к сожалению, Николай Николаевич Абаринов, ее учредил. Став депутатом в 2009 году, я был просто вынужден и обязан ее поддержать. Ну а для тех, кто в этом году награды не получил, час успеха – это хороший стимул с сентября взяться за учебу серьезно. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин, новости сейчас. Он упал с дерева, у него были парализованы задние лапы, его поклевали вороны, но спасли люди и их кошка. В Иркутской зоогалерее выходили новорожденного бельчонка, а заодно обеспечили ему 5 молочных братьев и сестер. Его нашли на территории детского сада в Ангарске. Маленького зверька пришлось спасать от ворон, которые буквально заклевывали новорожденного. Несколько дней бельчонок жил у неравнодушных людей, ел смесь кошачьего молока, а после переехал в столицу Приангарья. Сотрудники зоогалереи нашли для него кормящую кошку, и неделю она заботливо выкармливала подкидыша. Неделю бельчонок жил с кормящей кошкой, кошка отнеслась к этому абсолютно спокойно, то есть там помимо бельчонка еще 5 котят. То есть, так как у него задние лапы не шевелились, нужно было делать массаж, ну, чтобы стимулировать, как говорится, пищеварение. Ну, вот кошка это все сделала за нас, и у него вот чудо, так скажем, на самом деле чудо, потому что мы все удивились, и наш ветеринар так даже немножко у виска покрутил, он говорит, в смысле задние лапы не шевелятся, достает, а он же начинает как бы сопротивляться. От приемной семьи подкидыша убрали, когда он стал чересчур активным. Сейчас бельчонок по имени Котенок хорошо набирает вес, кушает детские каши с добавлением кошачьего молока, семечки, бананы, яблоки. Когда он начнет полностью питаться твердым кормом, переедет к сородичам. Стоит отметить, сотрудники зоопарка не в первый раз выхаживают бельчат. Весной прошлого года им принесли целое гнездо новорожденных белок. Сейчас они абсолютно здоровы и радуют посетителей. Спорт во благо в Иркутске. На острове Юность прошел ежегодный благотворительный легкоатлетический забег в поддержку семей, где воспитывают детей с особенностями развития. Традиционно акция делится на несколько этапов. Взрослые бегут дистанцию в 3 или 6 километров. Для детей предусмотрены дистанции на 50, 100 и 600 метров. Спорт во благо – всероссийский проект, в нем участвует около 20 регионов. Одна из его целей – создание общественной среды, дружественной к людям с синдромом Дауна. По статистике, 1 из 1000 детей в мире рождается с таким диагнозом. Это все-таки формирование толерантного общества для детей с синдромом Дауна. Для этого у нас есть специальная дистанция фан-ран, это костюмированный забег, в котором на 300 метров могут пройти, пробежать особые люди, люди без особенностей. И вот этот такой объединяющий забег мы проводим всегда, чтобы обычные иркутяне могли пообщаться с людьми с особенностями. Это уже 5-й подобный забег в Иркутске. Его проводят ежегодно. Все собранные средства направят на развитие проекта «Моя и мамина школа». В его рамках специалисты занимаются вопросами абилитации, консультирования детей-подростков и взрослых с синдромом Дауна, а также их семей. Проводят коррекционные занятия. Серебро на международных соревнованиях по велоспорту шоссе. Шелеховчанка Анастасия Пляскина заняла 2-е место в командном зачете в составе сборной России на международном турнире. Он прошел в Таиланде. В соревнованиях приняли участие 65 сильнейших гонщиц из 12 стран мира. Анастасия преодолела 2 этапа по 90 километров каждый и получила звание самой активной велогонщицы заездов. Пляскина – мастер спорта России, студентка Иркутского училища Олимпийского резерва. И пока на этом все. Наш следующий выпуск смотрите в 20:30. До встречи!